Смотрите, как красиво. Там целый туннель. А, штучка красивая такая, все прям. И он становится красным. Совсем приятно. А вот эти вот. Вот круто. Ой, фу! Я знаю следующее наше видео. Карта, которая скажет обо мне людям все. В смысле, ну это в случае проигрыша? Смертельный номер. Все по часам. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и драгоценная Кристина. Скромняшка Крис. Сегодня у нас будет обзорчик Fix Price. Столько новинок, столько новинок. Мы, Кристина, кстати, тоже недавно снимали видео. Я надеюсь, что у нас удастся это видео снять, выпустить одновременно. И с чего же мы начнем? Начнем мы с того, что мы приведем немного себя в порядок и очень красиво и празднично начнем это видео. Для этого я купила нам такие с Кристиночкой две масочки. И, конечно же, я ей взяла бурундучка. Очень часто говорят, что Кристина похожа на поночку. Это грызуны, правильно? Вот это тоже, по-моему, грызун. И я подумала, что ей будет замечательно. Поночка – это утка, а гаечка из Чип и Дейл. А, и гаечка, да. Одевание. Ну, а себе, естественно, я взяла вот такого зайку. Вот такие... Это не просто мы где-то взяли на рынке. Это в фикс-прайсе продается. Да. Ты можешь, кстати, вот это вот 200 рублей стоит. 199. Забрать? У себя оторвать. Ну, можешь ценник себе забрать, если он тебе нужен. Мне кажется, я на зайку похожа. Похожа? Все похожи на зайку. Нет, я только похожа на зайку. А ты на гайку. Гайку. А ты на гаечку, давай, чтобы было видно прям. Тебе и по цвету, глянь, как подходит. Да мне и зайчик подошел, у меня зайчик жил когда-то. Нет, зайчик тебе бы не подошел. Слушай, ну на самом деле не очень жаркие, прикольные, да, такие? Да, вообще не потеет голова еще? Да, это новогодние. Да. Вот такие по 200 рублей. Да, кстати, нам на утренник сказали малышу купить, принести что-то. Но я ему купила в Ашане, правда. Вот это стоит 200 рублей здесь в фикс-прайсе, а в Ашане я купила за 650. Правда, там идет вот такая штучка, потом еще идет жилетка и шортики. Там целый костюм, здесь только верх. Итак, с чего мы начнем? Конечно же, туалетная бумага. Кристина, ты покупаешь туалетную бумагу в фикс-прайсе? Еще ни разу не покупала. Но пользовалась, да? Туалетная бумага, и я не пользуюсь. Да ты пользуешься. Я не пользуюсь. А что, рукой вытираешь? Я натуральными этими ландыши. Лопухи? Подорожник. У меня в туалете не растут лопухи. Чем ты пользуешься? Ну, тебе... Ну, что за интимные подробности? Как придумаешь, блин, что-нибудь. Девочки, давайте я хочу начать с самых новинок, которые я уже давно хочу вам показать. Не везде в фикс-прайсе они есть. Я, возможно, это урвала где-то. Вы бегите в фикс-прайсе, возможно, это тоже у вас есть. Значит, первое, что я хочу показать, это вот такую звездочку. Я ее увидела, но совершенно она запакована, она тоже стоит 200 рублей. И видела я только вот что, как она должна работать. Ты видела такой? Mm-hmm. Еще ананасик такой. Ананасик был там, и еще было еще что-то. Давайте попробуем. А в Кристинкином видео она взяла, кстати, офигенные парики. Я не ожидала, что так будет клево. У нее был рыжий. Вот увидите видео, где она в рыжих волосах, с длинными такими рыжими волосами. Как ей идет? Я прям хочу, чтобы она покрасилась в рыжий цвет. Так что, если что, я видео, ссылочку на ее видео под видео своем оставлю. Вы зайдите, посмотрите. Масло масляное. Здесь нужны три батарейки. Я как раз-таки взяла пачку батареек, естественно, она уже у меня открыта. Три батарейки, охренеть. Когда придумают что-нибудь, чтобы не использовать батарейки, систему, технологию? Так есть солнечные батарейки. Но это опять батарейки, да? Да. Вообще без батареек. Как велосипед, чтобы что-то крутилось там? Ну, не надо, только не крутить. Лучше батарейки. Нет, само там крутилось бы что-нибудь. А, само крутилось? Это хорошо. Я люблю это, что само. Интересно, а по улице можно крутить? Конечно, сейчас пойдем гулять. Смотрите, включаем. О! Вау! Глянь, мам. Глянь, мам. Смотрите, как красиво. Там целый туннель. Мне кажется, это в Сколково придумали. И там всего, короче, зеркальное отражение и светодиодные, видишь, эти ленточки внутри. Я сейчас увидела, внутри, да, когда смотрите. Ты сказала, да. Очень красиво. Классная штучка. Будет стоять у меня. Новый год освещать. И еще новогодняя темка, но это, по-моему, не новая. Хотя не новая. 200 рублей, блин, стоит. Тоже.
тоже ни хрена себе. Это, короче, по идее, оно должно прям крутиться и создавать три режима здесь, антураж какой-то вообще. То есть опять три батарейки, да? Праздничный, не знаю. Смотрим. Вот такая штучка, красивая такая вся прям вообще. Давайте, я вижу там кабель. Провод, не кабель, провод, ну. Так, а как его открыть? Он тут жестко сделан. Я боюсь, могут сломать. Не боишься? Боюсь, но если мне не пойдет. Ну, а дай нож. Мама. Мама, дай нож. Пока мама будет нести нож в фикс-прайсе, это мне тоже одна из моих подписчиц скинула и говорит: Селена, посмотри, какие там классные. О, 77 рублей. Спасибо. По 77 рублей вот такие вот косметички. Они двусторонние. Опять три батарейки. Три, офигеть. И я взяла две, девочки, взяла последние. Так что если где-то есть такие, то выберите. Не знаю, у меня очень много косметичек. Я до них тоже, знаете, уже начинаю смотреть, что я до них какая-то больная становлюсь. У меня даже уже столько косметики нет, сколько косметичек. У меня то одно, то другое. Кепки не ношу, но собираю. Косметички не использую особо, но покупаю. Косметикой тоже особо не пользуюсь, но тоже покупаю. Так, закрыли. Значит, смотрите, здесь кнопочка с двух сторон. Первое, что оно горит просто синим. А, это нужно еще смотреть. Нужно смотреть в темноте. Оно, наверное, делает какой-то антураж. Так, включаем. Какой-то белый. Ничего не двигается. А если две сразу кнопки нажать? Выключили. Второй синий. С одной стороны синий. То есть он не переливается, это самому стоять дискотеку. А, все. Что? Три режима, девочки. С одной стороны белые, с другой стороны синие. Две одновременно, это синие и белые. Так я же говорю. Что... Да. Но оно не крутится, да? Ничего не крутится, возможно, в темноте, я вам потом вставлю сюда, покажу. Может быть, оно делает по... Мне интересно, насколько масштаб, насколько оно захватывает. Будет ли светиться вся наша квартира? Итак, включаем. Вау, как она сильно светится на всю квартиру. Смотрите, даже кухню захватывает. Так, а синий цвет и синий красиво. Офигеть, очень-очень сильный прям эффект идет. И вот две сразу. Класс. Мне очень нравится. Денька, правда, испугался и ушел куда-то. Я еще купила один такой шарик. Ты, кстати, не покупала такой шарик? Девочки, купила, и кто-то у меня спрашивал, входит ли шарик в комплект. Да, здесь есть шарик, входит в комплект, и палочка. А спросили за светодиоды. Мне очень они понравились, реально, они на тоненькой проводочке, их можно вот так вставлять. В предыдущем видео в фикс-прайсе я покупала, все раскрывала, и взяла этот шарик, вот, 99 рублей, чисто из-за вот этой диоды. Попробую, она очень красиво светится, у нее такой очень красивый свет, и она длинная. Ее можно куда угодно присобачить. На люстру, на куда еще, я не знаю. А еще смотрите, что это. Варежка? Да, это для малого взяла. А для чего она? Купать его. 55 рублей всего стоит. Новиночка. И там были бегемотики, еще что-то с хохолочком такая. Мне кажется, ему будет весело, и он может сам даже себя купать. Кристина! Покупай меня! Да, классная штучка. Для деток, короче, по приколу вообще будет. Так, что еще? Так, ну батарейки это я всегда беру целыми пачками, потому что у меня две пачки батарейки я еще взяла. Я в прошлый раз взяла две пачки, и они закончились сразу. На вот этих моих фонариках всех. Мы тут закрыли. Дальше, чай, который мы пробуем. А, я его уже пробовала с корицей. Ты пробовала? Mm-mm. Чай Липтон с корицей. Ну, какой-то вкусненький, короче, вроде. Так, из новинок, девочки. Вот что я увидела, я люблю такие штуки, у меня в принципе есть куда ставить кисточки, но здесь она такая двойная, открывается, то есть здесь можно, допустим, эти ватные палочки, как на картинке, да, ватные палочки, а здесь кисти, а можно, например, здесь мелкие кисти для теней, растушевки там, да, а здесь крупные кисти для контуринга. Кстати, и эстетично, да, и пыль не будет налетать. Да, ну вот мне, может быть, эти крышки не нужны будут, я их уберу куда-то, но оно красиво стоит. Лучше с крышкой. У меня есть еще разные, тоже их в фикс-прайсе брала и на Алиэкспресс заказывала, но вот в фикс-прайсе они по 100 рублей, это на самом деле дешево, это дешевле, чем на Алиэкспресс. И вот такую еще увидела, это как раз-таки для ватных дисков и для палочек, то есть вот здесь палочки могут быть, mm-hmm. Здесь еще что-то может быть, здесь, кстати, три отделения, я смотрю. Вот,
А здесь ватные диски. Ну, в общем, прикольная штучка, мне понравилась. А вообще можно ее не только для этого использовать. Также для кистей и, допустим, крупные какие-то пудры, тени тоже сложить. Оно, ну да, красиво будет смотреться, когда все такое акриловое, прозрачное у тебя на полочке стоит. В общем, взяла. Все по 100 рублей. Это просто подарок какой-то. Так, дальше. Я увидела интересную резинку. И... в волосах, интересно. Я думаю, не будет. Она гладенькая. Ну, да. Да? И из этого взяла весь комплект. Мне именно она понравилась. Единственное, она вот, вот я не люблю, когда... крученная. Да, волосы, интересно. Даже на первый взгляд кажется, будет запутываться в гвоздике, а возможно... возможно, ну, вроде бы, а может и не будет. Короче, растягивается вот так. Два на твоих. Нет, это твоя резинка. Я только голову помыла, мне могут заломы остаться. А я тоже. Да мне кажется, ничего не будет. Ну... хотя, может, в гостике будет. Но она красивая. Ну, подаришь, если что, кому-нибудь. Я ее взяла под свою куртку, кто помнит. Я когда была в Европе, я купила себе куртку. Она вот с такими вот штуками. И еще у меня такая обувь есть. Я взяла резинку такую. А остальные здесь вот такие. Просто резиночка, просто с таким горошком. Ну, мне кажется, прикольно. Горошек, кстати, не дергается. На месте стоит. Ну, и цвета ходовые такие. А, ну, мило. Да. А сколько стоит, я не знаю. Еще я взяла такую шапку. На самом деле у меня были розовые, кислотная, розовая, еще какая-то. Я, по-моему, ее отдала кому-то, уже не помню. 55 рублей стоит. Но вот этот цвет мне понравился. Давайте померю. Сниму ненадолго своего зайку. Думаю, не обидится. Мне просто кажется, что этот красный идет цвет, знаете, просто вот так накинула. И все. Крис, посмотри. Да. Иногда хочется. Ну да. И что, что это фикс прайс, блин? Ну что, нормальные вещи. Вот я вообще с зайкой буду. Эти классные. Да. Мы оставим на Новый год. Короче, цвет мне очень понравился. Дальше Кристинка уже достала набор фломастеров «Магия цвета». Это такие фломастеры, которыми мы красим что-то, а потом есть там один фломастер, который белый. Вот. Мы сейчас это заиспробуем. И что, он стирает? Он не стирает, он меняет цвет. Ух ты! Класс! Смотри, хочешь? Да. Например... рисуй вот здесь. Мы рисуем. А, знаешь как? Тут, наверное, вот это основной цвет, а да. На колпачках показано, да. В какой цвет превратится, да? Да. Слушай, малышам вообще. Вот бы в наше детство. Ты покажи, где ты нарисовала. Я вот рисую. Черное. Черный квадрат Малевича. А у меня волшебная вот такая вот белая со снежинками, типа Magic, понимаете? И сейчас я проведу здесь. Да, да. И он становится красным. А сам по себе он вот белый. Круто. Офигеть, он становится красным. Химическая химия, да, там такая интересная. Класс. Ай, мои коленки болят. Да, надо, класс. Пацану надо, да, показать? Да. Может быть, он будет играть. Ну и, короче, здесь вот разные цвета. Там желтый, красный, тра-ля-ля. Мне кажется, отличный подарок и занятие для ребенка. Просто даже смотреть на эти превращения. Класс, да? 77 рублей стоит. Так. Когда один маркер стоит 100 или 50. Да. Еще он не перевоплощается. Да, это вообще подарок. Ой, сколько всего готовит для нас фикс прайс. Кстати, смотрите, какие штуки увидела. Решила себе взять, не знаю, просто потому что мне понравилось. У меня нет занавесок в доме в принципе. Вот такая штука. А, это для занавесок? Да, для занавесок. Давайте откроем. 99 рублей стоит. Есть же у кого-то, как они как-то даже называются, такие тяжелые. Тут цвет, вы не знаете? Знаете? Такие, да, тяжелые. Как портьеры, да. Здесь же люди любят и вешают себе такие. Да, классно, что здесь их две. Держи. Здесь их две. Еще с камнями. Да, мы засовываем сюда нашу занавеску и закрываем вот так вот. Да и не обязательно, красиво. Кстати, портьера. Она будет держать, мне кажется, если и тонкая такая, прозрачная, да. Красивая. Там были золотые, прям как ногти у Кристины даже. А были светлые и были вот такие серебристые, потертые. Они все потертые. Мне вот именно серебро понравилось. Что-то в каком-то этом, знаешь, как египетское что-то или... А мне кажется, рыцарь... Не воняет особо. Особо. Ну, прикольно. Я подумала, что новая квартира, когда будет, может, что-нибудь поделаю, поэкспериментирую. Ну, прикольная эта штучка. И хорошо, что их две, а не одна там. А то пришлось бы две брать. Так, ну, естественно, мы взяли вот такие хлопушки. Здесь я хлопать не буду. Честно говоря, я боюсь... И не знаю, насколько она будет хлопать. Хотя по-хорошему надо было бы хлопать, да? Ой, я люблю такие хлопушки хлопать. В доме? Ну, в доме убирать не хочется. Вот убирать, да? Не хочется, да. Может, на улице хлопать. Мне в мою хлопушка, значит, ничего не выпадет. А что будет делать? Просто звук? Я не знаю.
Да нет, она как должна... ты показывала мне видео, она... кто-то хлопает. Вчера должна быть. Дальше, я взяла очень много лизунов классных. Мы в прошлом видео с Кристиной показывали у нее. Но давайте один откроем, просто я вам покажу. Эти лизуны очень прикольные. Смотрите. Вот такой бриллиантик, вот это. Ну, я думаю, это все в том же стиле, что у тебя, да? А вот это можно проверить, такое же оно или нет. Здесь очень приятная консистенция, она... как бы она и течет очень медленно, и формируется как-то, и она не как лизун. То есть, ну, короче, я не могу, это неописуемо. Я взяла их много, потому что я там собираюсь тоже еще одно видео снять с лизунами, поэтому я беру сейчас как сумасшедшая. Давайте откроем. Как эти шапки назывались, которые такие были? Помнишь? А вот это, походу, лизун. Нет, тут нет. Другой, видишь, другой. Тот вот так не делает, те так не делают. А вот эти... Но здесь и запах не совсем приятный. А вот эти вот. Вот круто. Ой, фу! Ну почти как то, только не то. Блин, это по-любому перемешалось все. Может... А, так это, наверное, на это и рассчитано? Ну, наверное. Ой, обалдеть. Это не... Ну, вообще приколюха, от рук отходит. Что и повеселее. Странно. Ну, не знаю, что повеселее, это вообще не помечал. Почти тоже. Вот ребенку вот это давать нельзя. Он вообще все это расхерачит по квартире. То можно еще. Слушай, ну успокаивает. На успокойся. Остается на руках много, ты видишь? Мне кажется, просто они чего-то переборщили, когда это делали. Сахар. На козюли похож, на сопельки такие. У тебя столько было козюли. Ну когда болеешь много, соплей, вот похоже. Я думаю, этому лизуну еще нужно дать время, чтобы он себя проявил. Да, полежать, нет. Чтобы высох. А мы пока приступим к сладюшкам. Крис, не замарай только ничего. Леон, как этот, слышишь? Да, красиво. Как это, перламутр есть. Да, почему тебе не нравится? Очень красиво. Очень красиво. Ну, просто красота. Так, еще я взяла, как и в прошлом видео, кажется, мы не договаривались с Кристинкой, и взяли одновременно вот такое вот таро женские карты. Вот. А еще я взяла веселый день рождения. Это если приглашать деток каких-то, можно играть. Здесь, например, что здесь? Здесь у нас от двух игроков от 15 минут. Давайте посмотрим. Мы открываем. Здесь надо исполнять задания всякие. Вообще я люблю такая темка, знаете, ничего не надо готовить. Взял карточки, положил. Давайте играть. Все, лежат карточки. И вот, например, я беру верхнюю. Громко спойте хором песню «С днем рождения». Супер! С днем рождения тебя, любимый, с днем рождения тебя. У него вчера день рождения было. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Ну, когда мы снимаем это видео, вот оно было вчера. А когда оно выйдет, это неизвестно. Кристина, ну да, Кристина. Все будет... Следующий фан берет Кристина. Клево вообще. Давай, что он сделает? Возьми листочек и нарисуй портрет именинника, подари ему. Ой, супер, ну это долго. Блин, классная игра, я тоже хочу такую купить. Покажи всем, как нужно танцевать, пусть все игроки повторяют за тобой движение. Отлично. Давай, делай. Вот мне нравится. Давай, делай, повторяй. А что нужно было? Отлично, блин, отлично. Мне нравится, что задание, ритм, да, задается. Кому что? Нет. А что нужно сделать? Давай вспоминай. Нужно потанцевать что-то? Да. Я знаю следующее наше видео, Крис. Ты делаешь, я повторяю, а потом наоборот. Так. Короче, мы не будем раскрывать все приколюхи, но мне кажется, ай, что это видео. Я куплю прикольное. Себе такую штуку, да. Я же люблю такие. 77 рублей стоит. А, кстати, карты... Да, Крис, села на ногу мне, блин! А! Ты сама себе села на свою ногу. А ты придавила сверху. Я просто... И вот женское начало мы у Кристинки тоже не открывали, мы у нее другие какие-то открывали. Давай откроем. Не открывали? Раз? Нет. Ну, у тебя там было много других. Но женское начало я решила не открывать. Это не из-за меня. Это я тебе говорю, положи на место, а ты не слушаешь. Короче, здесь пачка карт. Карты, качество карт оставляет желать лучшего. Нормальные карты. Здесь много вот таких картинок всяких разных. Здесь, естественно, идет инструкция внутри, я ее сейчас зачитывать не буду, но сам факт, например, такая, я хочу погадать, и пусть карта выпадет та, которая говорит обо мне что-то.
Нет, я сначала договорила, а до этого я уже вытащила. Давайте. Карта, которая скажет обо мне людям все. Сейчас будет правда на самом деле. Давай. Денарий? Денарий написано. Почти что Дэнни, видишь? Но это какой-то мужчина здесь нарисован. Давайте Денька посмотрим, нарисован. Что это значит. Если здесь вдруг это есть, я не знаю, может и нет. Что значит эта карта? Девочки, хотите узнать всю правду? Сейчас вот вся правда и откроется. Вот, семерка денариев. Прогресс в материальном отношении. Но не следует забывать об осторожности. Перевернутый вид. Так, перевернутый вид нас не интересует. Ну и все. Прогресс в материальном отношении. Ю-ху! Карты рулят, Таро! Будем гадать, значит. Гадать. Будем гадать. Может, да я, пожалуйста. Ой, давайте, теперь о Кристине мы узнаем. Все, тяни. Тяни, подруга моя. Да, что меня ждет в ближайшее время с мужчинами? Не усложняй, нет, не с мужчинами. Да. Не знаю. Тоже сказала с мужчинами. Тореадор Чаш. Вот да просто, что меня ждет. А меня Тореадор Чаш ждет. Давай. А вау. Сейчас мы зачитаем. Только если он будет с таким лизунцом. Скорой встречи. Ребята, вы поняли, да? Лизунцы нужны. Вот такие. Кто будет идти с лизунцом, с таким, я пойму, что это ко мне. Так, Тореадор Чаш. Добрый, отзывчивый. Немного робкий молодой человек, возможно, с артистическими способностями, может также указывать на то, что пришло время изведать новые ощущения. Перевернутый у нас не перевернутый. Да, у меня хороший. Так, блин, все так абстрактно. Понимай, как хочешь. Это, извините меня, Таро. Из мира кино, если он артистический. Посмотрим. Время покажет, как говорится. Итак, что у нас дальше? Дальше я взяла вот такие сладюшки, взяла попробовать за 77 вот такую вот. Я вот это хочу. Ром, изюм и орех. Открывай. А посмотри, хитренькие. Сделали этот под... Как он? Риттер. А да? Это не Риттер? Нет, это не... А, Риттер. Хитрые такие. А вот это фрутелла, написано фрутелла. Арбузик вот такой. Ой, как тут. Я первая попробую арбузик. Я вообще арбузик. Я вообще не люблю такие вот такие вот. Ой, пахнет вкусно. Это что, вы не хотите шоколадку? Прям ром льется. Прям арбуз во рту. Мама, не хочешь арбузик? Тоже шоколад? Нет, кисло-сладкий. Мармелад. И с сахаром сверху. После шоколада будет очень кисло, думаю. И еще я взяла бенгальские огни. Я наконец-таки узнала, чем они отличаются. Что ты хочешь сказать? Ничего, ну ладно. Короче, вот эти стоят по 50 рублей, а вот эти стоят, русские, 25. Чем они отличаются? Эти горят просто так, а эти цветные. То есть, какой цвет нарисован, таким он и горит. И я сейчас... Я хочу заметить. Захотела с Кристиной вот протестить все их. Будь лежит. Очень аккуратна. Чего? Ну, потому что вот эти бенгальские огоньки... Я еще с мамой спорила, она говорит, вы меня пожгли подоконник, и я говорю, да не могли они пожечь подальше от подоконников и, в принципе, от пола. Ну, вот сейчас мы сидим близко. Офигеть. Ну, она уже поняла про огонь, как бы. Угу. Если возле занавесок стоять, тоже вот эти огоньки. Они хоть и остывают, когда, видимо, летят, но долетают, успевают. Я хочу проверить цвет этот и проверить, как вот эти вот бенгальские огни будут... Ну, например, зеленый возьмем. Давайте не будем все прям открывать, что как-то долго оно открывается. Так, зажигалка. Мама, у нас есть зажигалка вообще? В доме. Ну, она будет сейчас в разные стороны искры. Ну, знаешь, зажигалка. Есть. Вот можешь в ванной, только над ванной. Ну, что ничего посадить? Ты против того, чтобы я туда? Да, я против. Мне кажется, вот это может отлететь туда. Да вообще, вот эта хрень. Ну, крапали могут выгореть вот этот вот. Может и нет, а может и да. А мы в гостинице включали на кровати, фоткались. Ну если что, готовимся тушить пожар. Ну, пожар не будет. И не пожар, а поля стало. Ну над Кристинкиной ногой давай я сделаю. На, зажигалка уже такая не очень. Давай одну сначала.
Страшно? Смертельный номер. Вот, смотрите. Увидели? Доставка. Да, давайте вторую зажгем. Это русский, который. Уже страшно. Реально. Я вообще обожаю Русь, Россию. Просто у нас все искренне. У нас все искренне. Без химии, поэтому. Если искренне, то искренне. Давай сейчас еще заставку попробуем. Давай. Итак. Тут еще наконечник черный такой. В начале. Да может еще и круче. Это русский, аж мне в рот залетело на зуб. Вот это клево, гля, вот это мне нравится. Ля, 25 рублей русский, взгляни, какой крутой. Мне больше нравится. Короче, русский классный. Называется, сделай заставку, пока горит бенгальский огонь. Говорят, что... Еще игра у меня есть. Вот эту игру вообще тоже, я давно на нее смотрела. 200 рублей стоит. Классно. Видео на полчаса, блин. Офигеть. Давай скорее тогда игру сделаем. Короче, здесь фишка в том, что куча всяких штучек. Главное, что здесь есть очки. Вот такие одевай. Вот такие очки, которые одеваются. А, они с душками. Подожди, тут душки есть. На, где душку? Вот сейчас надо. Они есть цвет в цвет, вот. Да, вот этот цвет мне интересен. Да, на зеленый где-то, да. А, давай так. Они вообще разные все? Все. Я ела. Я в разную сторону. Можно это, зеленый и зеленый. Одеваем. Додела? И, например, короче, такая штучка здесь есть. Вот. И типа ты, короче, крутишь, тут на что-то попадаешь. Надо сказать, верю, не верю. Короче, если ты, типа, не угадал, проиграл, ты одеваешь на колпачок. И, короче, ты одеваешь колпачок. И вот так вот себе на нос одеваешь, и должен держать эти колпачки. В смысле, ну это в случае проигрыша? Да, и короче, там у кого больше колпачков, тот проиграл. Типа того. Мне кажется, в нашем случае, кто больше насобирал, тот выиграл. Короче, такая вот игра. Вы поняли, суть поняли, да? Все, мои хорошие, видео на полчаса, я не хочу задерживать ваше дыхание. Давай, если это заставка. Подожди, давай. Ма, закрой дверь, светит солнце сильно на нас. Ну мы в свете, сейчас. Надо мило. Кристина хочет новую заставку. Давай попрощаемся и новую заставку сделаем. Девочки, мы с вами прощаемся. За новиночками бегите в Фикс Прайс. Очень много всего интересного и прикольного. Мы вас любим, целуем. И прощаемся до следующего видео. Туда волосинка уже попала. Пока, крошки! С наступающим Новым годом! Ура! Пока! Пока! Я даже на видео не поняла сразу, что ты сделала. Так говорю тебе. А, типа сопля у тебя. Прям вот так и кажется. Зеленая. Она уже зеленая. Как козюля. Огромная. У вас ешь козюльку.